Всем привет, автосалон Рено. Давайте посмотрим, какие модели в салоне представлены, какие цены и в каких комплектациях. Давайте начнем, наверное, вот с этой машины. Видите, у нас Сандера в белом цвете. Написано, что машина продана. Ну, дай бог, порадуемся за владельца. Давайте читать. Рено Сандера Life 1.6, автомат, 102 лошади. Здесь, видите, из доп. Оборудования написано пакет аудио 12 тысяч. Ну и пошло аксессуары, финансовые сервисы. И машина в итоге стоит 873 тысячи рублей. Штампы и колпаки. Понятно, что сзади будут барабаны. Руль не в коже. Зато дефлекторы поставили. Ну и тут что у нас, видите, как все. Такое вот. Ну, не знаю, вот мне все равно нравится больше задок у X-Ray. Какой-то он более завершенный, тут какой-то, мне кажется, куцый. Не хочется никого обижать, но вот это я, опять же, высказываю свое личное мнение, все, и не более того. Естественно, оно может с вашим не совпадать, но вот так. Смотрите, белый Логан. Цены нет, вообще нет, или только закатили, или что, или пофиг всем, или как бы вот машина есть, но потом, если нам вам надо, мы вам, типа, предложим, или как. Не ставил, у парней спрашивают, все такие ходят нервные, потому что действительно, как бы с этой непоняткой, что дальше будет, с этой неопределенностью уже, ну вот за последние 2 недели, я сколько знаю, 15 человек уволилось, вот сколько я послал в салонах у меня друзей, приезжаю в салон, а где этот нету, а где этот нету, чего уволился. Вот вчера в Митсубиси тоже Ванька уволился и уходит вообще в другой бизнес, не связанные с авто. Смотрите, Рено Аркана. Стайл, ТСЕ, 150 лошадок, полный привод и вариатор. Доп. Опции. Краска металлик 16 тысяч, пакет безопасности 21, шторки безопасности 14 тысяч. И пошли дальше. Аксессуары, финансовые сервисы. Вот как раз после подорожания машин, здесь, видите, стоят цены 1 миллион 657 500 рублей. Рено Финанс. Программа «Поехали». 4,9% на 3 года, выгода при покупке в кредит до 96 130 рублей. Ну вот так. Что тут нам предлагает? Передние датчики парковки, туманки, такие вот, ну в принципе зачетные, да? Двухцветные диски, резина Bridgestone. Спереди и сзади имеются брызговички. Повторитель проводов в зеркалах. Бесключевой доступ. Тут у нас еще хромированная окантовка стекол снизу. Двери закрывает порог. Отлично. Ну и тут что мы имеем? Тут у нас все твердо бюджетно. А вот здесь у нас, видите, все отделано мягким. Цельно штампованные двери. Уплотнитель имеется. Офигеть просто. Тут что? Комбинированное сиденье. Ну, будем говорить, что кожаный подлокотник. Сзади тоже у нас имеется подлокотник, плафончик. Ну, что я хочу сказать. Ну, варик, да. Все больше и больше таких машин я вижу на дорогах наших городов. Но что в Питере мы были, что, допустим, в Москве по МКАДу ехали, что у нас. Таких машин все больше и больше. Все-таки, как бы, я так понимаю, народ расчухал. И с турбомотором, и с вариатором, и берут, и уже, ну не то, что пофиг, но просто или от безысходности, или как считаете. То есть покупаются машины всякие. Аркана, да, полный привод. Сзади датчики парковки. Давайте посмотрим, что тут снизу. В салоне тихо, народу маловато, ну, то есть сами понимаете, что выбор-то тоже. Докер, кто не помнит, ушел с нашего рынка, ну Рено Докер, потом, значит, Колесов нет вообще, Дастера тоже нет, ну и теперь раньше стоял, допустим, у нас
Каптюр Дори ставил, теперь только остался обновленный, тех, естественно, нет. Идем дальше, смотрим. Рено Логан, такой серебристый цвет. Прям зачетно так смотрится. Штампы и колпаки, понятно, здесь будут барабаны сзади. Не в цвет кузова, ручки. Ну, соответственно, я так понимаю, что чем дальше, это самое, ну... Цены-то все растут. А чтобы людей не шокировать, приходится им выставлять вот такие машины, которые самые дешевые, ну, попроще, чтобы как-то вот люди, ну, не были шокированы, повторюсь. И у нас черные ручки, такие вот ручные крутилки эти, регулировки, динамик, тут саморезик, ну, такой вот совсем, что это, так вот, буквально на одну фалангу, да, такая вот нишка, и как закрывать. Нет уплотнителей вообще здесь. Ну и двери у нас, как видите, заходят на крышу. Давайте посмотрим, что же тут предлагается. Да, тут тоже, смотрите, ручные регулировки зеркал. И тут то же самое, все вручную. Вспомните, да, вот когда начало 2000-х у вас вот так же все и было. В принципе, ну... Пошли, типа, да, вот теперь сделай электро, да еще почему же здесь нету автодоводчика, мать его, нехай. Вот. Так все это что, денег, да, постепенно все эти моторчики, провода, установка, все это машина только удорожает. А по сути, за что, вот так вот один раз отрегулировали, да, все. И потом, в принципе, нужна ли вот эта вот, ну, регулировка так часто? Наверное, все-таки нет. Но вот видите, теперь считается это анахронизмом, а вот должно вот, типа, везде теперь стоять авто. Ну, электрорегулировки, ну, не знаю. Так, смотрим, что кто-то написал, что пользуется дастером уже несколько лет, и, ну, тоже вот так вот, вот этот вот рычажок под ногами, и ни разу не наступил. Но, слава богу, что не наступил. Я все равно буду считать, продолжать, что неудачно вот это вот расположение, потому что, ну, как, прямо под ногой, ну, почему вот здесь не сделать? Тканевый салон, тут что у нас, смотрите, этим рычагом регулируем угол наклона спинки. Тут даже, видите, у нас ни хрома, ничего. Тут кругом сплошь заглушки. Кондера нету. И уже, я понимаю, этот дилер поставил магнитолку. Руль не в коже. Ну и тут все дальше пошло стандартно. Тут тоже, смотрите, как... Давайте смотреть, сколько же стоит такая машина. Повторители у нас, видите, повторотов в крыльях. Смотрим, Рено Логан АСС 1.6, механика, 5-ступка, 82 лошади. Доп. Опции 15 тысяч, окраска металлик, коры салон, магнитола динамики 17-219, подкрылки 5-362, аморты капота 2-2549, финансовые сервисы. И в итоге машина это стоит, смотрите, 690 тысяч рублей. Вот такие вот цены. Ну и тут вы тоже можете все это почитать, кому интересно. Брызгалки на капоте. Идем дальше, смотрите, Рено Сандерик Стопвей. Штампы, колпаки, барабаны, резина Континенталь, в арках пластик стоит. 255-55R16. Тут еще раз немного хромом разбавили. Но рейлинги понятно, тут тоже допов полно. Такой вот экран. Твердый пластик. Механика. Stepway. Такие вот нашивки, прострочки. И тут что предлагает? Климат. Ну, в общем, не особо-то много чего предлагает. Такое вот все. Да. Надпись Stepway. Давайте читать, что же просит за вот эту машину. Рено Сандеро Stepway. Драйв 1.6. Механика. 8 лошади. Пакет безопасности 16 тысяч. Аксессуары пошли. Смотрите, 955 тысяч 722 рубля стоит вот эта машина.
Ну вот, кто-то говорит, что, мол, АвтоВАЗ дорогой. Я сейчас точно не помню, допустим, Vesta S-Cross в какой-то из комплектаций, в средней, да, чуть-чуть дальше. Она стоит примерно столько же, но там же будет 17 колеса, да, там будут, там куча опций будет, будет стоять варик и так далее. А тут просто тупо механика. И сам салон здесь какой, намного меньше. Я вот другой раз читаю комментарии, да. Слушайте, ну что вы так все собачите здесь из-за машин? Понимаете, это всего тупо железо, да, вот и все. Что это тупо железо, что это. Я понимаю, что цены растут, но как-то вы между собой, ну, более культурно, да, общаетесь. Ну что это такое? Из-за железа там готовы чуть ли не это самое, в драку идти. Ну это что за пережитки какие-то? Новый Captur, смотрите. Ну тут, в принципе, все без изменений. Так, легкие штрихи здесь спереди. И тут на что цвет тоже вот классный. Солнца нет, а все равно так прям переливается такой четкая черная крыша. Еще раз повторюсь, что всегда мне нравилось, что колористы умеют в них работать. Четко все вот они всегда подбирают. Красиво все это смотрится. Двухцветные диски. Барабаны сзади. Но это уже как бы многие пишут, что что за дела, походу так она и останется, все это дело. Вот тут вроде как Renault Clio у нас будет в продаже, появится, но продажа еще не скоро, тем не менее. Смотрим, кожаный руль, куча кнопок, круиз тут имеется, все электростеклоподъемники. Здесь у нас стоит вариатор, в отличие от того, как раньше был автомат. Если кто не помнит, двухлитровый движок теперь выкинули отсюда, все, его теперь тут не будет. Вот так. Здесь у нас имеется спереди подлокотник. И тут что у нас? Тут нет ничего. И еще вот здесь сзади предлагается два разъема силовых USB-шных электростеклоподъемники. И такой мягкий островок. Вот так. Достаточно неплохо закрывается. Ну и тут, вот видите, есть резиночки, да? Вот тут. Вот. Но они, наверное, не в том месте. Вот если бы сюда, вот в это место, тогда бы мягенько все закрывалось. Ну, что делать? Видимо, на всю площадь вот этой пятки, ну, вот это имеется в виду, вот здесь, делать резинку будет дороже. Смотрим цену. Renault Captur новый. Ну, пока, да, еще пишут новый, потом уже время пройдет, не буду писать. Смотрим, стайл, TSE, 150 лошадей, полный привод, CVT, из доп. Оборудования, окраска металлик 16 тысяч, пошли аксессуары, почитайте. Каре-салон 3274, поддон багажника 2482 рубля, автонабор, защитная сетка радиатора, дефлекторы окон 5600, антишум 15 тысяч, то есть вот эти вот, получается, раз, два, и с той стороны 3, 4, 5, 600. Это сколько же одна-то стоит, вот эта плазматушка? Сколько нужно? Две недели или полторы недели за нее работать, да? За одну. Финансы в сервисе 13 900. В итоге машина стоит 1 миллион 513 397 рублей. Вот так. Ну как считаете, за полноприводную машину с турбодвижком, вариатором, 1,5 ляма. Нормальная цена? Так тут еще какие-то допы поставили. Вон, видите, у нас еще Renault Logan, я так понимаю, продается. Ну что, он еще когда стоит, Logan Stepway. Пойдемте посмотрим, есть ли там цена и все. И как бы вот и все модели. Знаете, такой синий цвет красивый. Пластик в обвес. Большой экран мультимедиа. Тоже, видите, у нас Stepway. Руль в коже, там какие-то еще кнопки на нем вроде есть. И механика стоит. Климат. Электростеклоподъемники спереди и сзади. И такой вот еще подлокотник. Ну, он типа когда еще там бардачок, ящичек есть. Давайте смотреть. Stepway. Сейчас уже Dacia выпустила седан. Dacia Logan.
в новом кузове. Дойдет ли до нас, такое непонятно. Смотрим. Renault Mustafa. Год выпуска 20, пробег 620 км. Стоимость 986 749. Ну, бэушка, да? Объем двигателя 1.6, 113 лошадок. Ну, вот такие вот цены, да? Ну и все. Вот этот, видите, уже помыт. Штампы, колпаки. Все приготовлено. И сейчас владелец уедет на новеньком Логане. Тоже, что, поздравить человека можно при нынешних ценах. Человек смог купить машину новую. Ну что, к сожалению, вот машин-то все у нас опять раз, два и обчелся. В принципе, это вот раз модель, два модель, три, четыре. Все. Ну, пять. Не густо, не густо. Пишите и комментируйте. Всем пока, счастливо.